Всем добрый день. Мы опять в лесу. Хочу показать вам еще один съедобный, очень интересный гриб. Раньше я тоже, когда встречал эти грибы, может кто-то из вас тоже пинал их ногами, но это очень вкусный гриб. Называется он, вот они растут. Вот здесь, вот так вот они растут. В простонародье называют зонтик, а по-научному это дождевик чешуйчатый. Но кто берут, они просто шляпки, ножки не берут. Жарят шляпки там в яйце, в панировке, и получается как бы что-то между курицей и рыбой. Очень вкусная вещь. Ножки не берут, потому что не жарят. Ножки, кстати, тоже можно брать, варить их в супах. Они тверденькие такие, некоторые сушат эти ножки, потом измельчают, и получается как грибная приправа. Можно также варить из этих ножек супы измельченных. Зимой вот баночки достал и сварил супчик. Вот такие вот грибы, кто-то вот уже его попинал тоже. Здесь их очень много. Вот такой вот интересный гриб. Рекомендую попробовать. Очень вкусно. У меня знакомые есть, которые именно только эти грибы и едят. Я люблю опята, например. Вот они тоже такие, вот такого вида. Вот. Это дождевик чешуйчатый. Здесь их тоже много. Вон он, тоже здоровый какой. Растут они примерно... Шляпки такие уже зрелые, перезрелые, до 30 сантиметров. Так что собирайте. Всем удачи. Всего хорошего.